Многие гордые люди не могут найти причину своих проблем. Они из-за гордости не могут признать свои ошибки, например. А до тех пор, пока человек не признается в определенных ошибках перед самим собой, ведь заметьте, там покаяние – это не перед каким-то пастором, которому ты зачитываешь все свои прегрешения. Это перед самим собой в первую очередь. Вернее, не совсем так, не перед собой. Там перед Буддами, которые, ну, мягко говоря, иллюзорны и мифически для этого мира. Раскаиваться лучше не перед кем-то, а перед самим собой в тех ошибках, в которых ты еще пока слаб. Но тоже, понимаете, вот есть с одной стороны раскаяние, а с другой стороны есть самоедство. Знаете, есть такое понятие, когда вот там себя клюешь, там, ну, в общем, там, это тоже крайность. Должна быть определенная золотая середина.